Так, только что посмотрели фильм «Взрывная блондинка». Сегодня 30.07, обед, 17-й год. Ну, вот специально для тех, кто говорит, что «Дюнкерк» говно, могу сказать, что «Дюнкерк» по сравнению с «Взрывной блондинкой» очень даже хороший фильм. Вот, я не знаю, я не смотрел фильмы про Джеймса Бонда. Вообще они мне не нравились. Ну, вот это тоже не понравилось. Я досидел героически до конца. В конце, ну, да, типа, там она что-то умное сказала. Это что-то типа детективное. Ты любишь детективы? Это не детектив. Это боевик какой-то. Это, ну, что-то драки. Ни туда, ни сюда. И драки, когда дрался Брюс Ли, это было похоже на правду. А вот эти драки как-то... Когда блондинка 50 килограммов убивает. Да, мужика, весит мужиков. Килограмм. Ну, как-то в это просто тупо не верится.